Телегин, так как акула у берега. Плавает, никто не лезет. Коваленко. И добивание. 1-1. Локомотив сравнивает счет. И сейчас невероятный просто выплеск радости. Павел Тютнев. Ничего себе, да? Забрасывает эту шайбу. Неожиданно. Какая смена у него была? Ну, смотри. Павел Тютнев. Вот так звучит эта ярославская радость. Приехал, бросил Коваленко раз, а дальше Тютнев добавляет, и от штанги шайба в ворота заскакивает. Ну, вот что значит Коваленко пошел.